Поехали. Вот ребята увидели флаг Крыма, флаг крымских татар, и пришли сюда, потому что вот крымские татары, несмотря на то, что есть три основных субэтноса, это единый народ. И у крымских татар единое желание быть в достойной стране. А я здесь, потому что у меня много кровей, в том числе крымско-татарская. Я живу практически всю жизнь в Киеве. И я хочу гордиться страной, в которой я живу. Я хочу гордиться политическими решениями. А мне стыдно, стыдно за предыдущего человека, или, ну, чиновника. Стыдно за теперешнее сборище. Мне они надоели. Я не плюю мимо урны. А они из того, наверное, прослойки, там, не знаю кого, для которых европейские ценности — это какая-то дикость, экзотика, способы. А мы и так в Европе. Спасибо большое. Спасибо.